Убийца двух полицейских. Их убийцы ищут в Дагестане. Преступники скрылись на темном Ford Focus, их сняли наружные камеры. Убийство произошло в Каякенском районе республики. Автомобиль подъехал к месту, где дежурили дорожные автоинспекторы, и припарковался за фурами. За ними же и прятались выбежавшие наружу четверо с оружием. В кадре видно, как буквально через несколько секунд они снова сели в автомобиль и скрылись. От причиненных огнестрельных ранений полицейские скончались на месте. Значительные повреждения причинены служебным автомобилем. После совершения преступления вооруженные мужчины завладели табельным оружием полицейских и скрылись на своем автомобиле. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры по установлению лиц, совершивших данное преступление, и задержанию.